Всем привет! Сегодня мы будем доделывать нашу подделку. Мы уже сделали ракету, луноход и космонавта. И луну. Сегодня будем... Луна высохла. Сегодня мы ее покрасим. И лопнем. Нет, сначала лопнем шарик, а потом мы ее покрасим. Да. Давай приступим. Отрезай. Ой, как-то он странно там открепляется. Ну все, мы заклеили дырку в луне. А сейчас мы ее пойдем красить, грунтовать. Она уже будет красивая. Ну что, пошли красить? Пошли. Мы раскрасили луну и заделали дырку. Вот такая вот получилась у нас луна. Будем раскрашивать кратеры. Да, мы взяли краску гуашь. И один уже даже кратер закрасили. Мы взяли коробку, обрезали две стороны и обклеили ее белой бумагой, чтобы у нас получилось, где у нас будет вселенная. Я буду раскрашивать все эти белые листы с фиолетовой. Кирилл раскрасил основу подделки, на которую мы будем крепить все те подделочки маленькие, которые мы сделали. Вот мы их поставили пока сюда, но мы их еще не прикрепили. Подделки, которые мы делали, в тех видео. Да, все правильно. Ну все, начинаем крепить. Вот что у нас получилось, и Кирилл еще сделал планету. Вот куда ты ее будешь лепить? Вот сюда. Вот сюда, да? Мы доделали подделку, и она отправится на выставку. Пока-пока!